Расскажите, пожалуйста, что вы здесь делаете, что у вас происходит и какие планы в КАЕ на этот год? So, question is, what are we doing, what's our plans for the future? Co robimy tutaj i jakie są nasze plany na przyszłość? Chciałem do Stanów, do Las Vegas, przygotowywać się do swojego kolejnego pojedynku. Bardzo ciężko trenuję. Jestem gotów na kolejne wyzwania. Ну, сейчас он только что переехал в Лас-Вегасе, начинал тренироваться, сейчас все сначала. Он в лагере там, тренируется у нас, предстоит бой на 21 число февраля. И, конечно, мы готовимся опять вернуться на самом высшем уровне, супер тяжелом вес. А чем опасен оппонент вообще? Вот над чем работать будете в этой подготовке? Я же там так дощадчен заводником, что... Ci trenerzy ze Stanów za bardzo wiele nie będziemy zmieniać w tych przygotowaniach. Wiadomo, teraz koncentrujemy się na bardzo ciężkich sparingach z wymagającymi sparing partnerami, żeby być gotowym fizycznie i psychicznie do kolejnego pojedynku. Yeah. On z dostatecznym opytem, już z nowym trenerem, on podniemacie jeszcze dalsze jest. Есть работа, основа работы, которая начинается с хорошим спарринг-партнером. Он просто добавляет, и он хочет вернуться на самом высшем уровне. Я могу добавить, что вот он, именно он, который стоит 2 метра, 2 сантиметра. Такие тяжи мало, как мы знаем. Ну, можно просто обещать все фанаты бокса, что когда он вернется, когда он будет выступать в следующий раз за титул чемпионата мира, он будет лучше. Намного лучше, потому что сейчас мы добавим еще опыт. И здесь будем тренироваться в Америке, Лас-Вегас у нас лагерь. Также ожидайте достижения с Марио Жваха. Окей. Ребята, и последний вопрос. Тимоти Брэдли, Мэнни Пакьяо, кто ваш любимчик и почему? И как вы считаете, кто победит в этом бою? Что думаешь о этой вальце Тимоти Брэдли с Мэнни Пакьяо? Кто есть твоим фаворитом? Как думаешь, кто выиграет эту вальку? Похоже. Так как видать, их друга валька... Jest bardzo mocne zainteresowanie tą drugą ich walką. Pierwsza walka była bardzo zacięta, interesująca. Nie chcę na dzień dzisiejszy typować, kto wygra. Wygra lepszy na pewno, ale mogę zagwarantować, wiem o tym, że będzie wspaniałe widowisko i wspaniałe show. Ну, он сказал, что это очень интересный бой, это второй раз, когда они встречаются. Будет очень конкурентный бой, он сам не сможет сказать, кто выиграет, но лучший выиграет именно в тот день. Но это будет очень зрелищный и хороший бой, который мы увидим. А я лично скажу, что первый раз, когда я видел этот бой, я думал, что Мэнни выиграл. Это было мое мнение. Да. Я ожидаю, что он опять выиграет. Я очень хороший друг с Фредди Роучем, который сейчас тренирует Денис Лебедев, который помогает ребятам. И мы держим за его командой Мэнни Пакьяо. Я думаю, что Пакьяо выиграет. Ребят, вам удачи, тебе удачи в бою, с возвращением. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо, ребят. Спасибо. Все, пока.